Ska! Brother, help me! Помоги ему! Какой полный шрам. Теперь я король. Теперь я буду. Так. Короче. Меняем учителя. Нам не нужен такой подлый, отвратительный учитель. Чего вы можете научить ученикам? Подлости? Нет. Меняем. Срочно меняем. Сегодня учителем будет кто-то другой. Ну, и могу еще раз учителем быть? Да. Только уберите этого подлого шрама, который не спас своего брата, а наоборот погубил его. Ладно, ты будешь меняться, ты будешь учеником, а я буду снова учителем. Так как подлец шрам убивал Муфасу, и за наказание я его буду учить. Его? Его вообще выгоним из класса, чтоб я его тут больше не видел. Ладно, иди сразу. Сейчас поставим другого ученика. Подлец. Меняем? Ладно, Волк, начинаем нашу школу маленького искателя. Ну, Волк, нашел там учеников? Да, нашел учеников. Ох, этот шрам, подлец. Да. Хорошо, что ты будешь еще раз учителем, брат. Ну, да. Ну, тебе еще задание одно. Ты должен найти еще одного ученика, пока другие будут искать предметы. Ладно, все, так что я пошел за учеником. Так, ну как всегда, лучшим ученикам Маркус тут подготовил подарочки. Ну а худшие отправятся бороться с самим и козлом. Покемоном-козлом. Покемон Гогат. Да, видите, какие у него рожки. Не советую попасться ему на рога. Ну что ж, начинаем с небольшим опозданием нашу школу. Маленький искатель. Рэндалл Бокс пришел. Да, я хоть и монстр, но и то так подло не поступаю. Две стрелки вверх, самолет, радар и корабль, два рюкзака, локомотив два раза, У, Ф, Х, С, Ч. Две стрелки вверх, вот, оранжевая стрелка и розовая стрелка. Показывает на CD-диск. Самолет, радар и корабль. Вот. Привет! Добро пожаловать на наше авиашоу! Давай знакомиться с самой интересной авиатехникой. ДЗАП, беспилот, грузовоз, Т, пассажир, реактив, самолет, радар. Выше облаков летит и вокруг на всех глядит. Это не воздушный шар, это самолет, радар. Ну, не нашел ты сразу радар, так что полбала вот. Снимаем тебе. И корабль, вот, Титаник. Два рюкзака. Вот первый рюкзак. И второй рюкзак. Синенький. И второй это фиолетовый рюкзак. Локомотив два раза. Первый локомотив. Ту-ту! А второй локомотив... О, второй локомотив. Так, где этот локомотив? Второй. Подсказку давайте. Ты вообще знаешь значение дорожных знаков?
А, где-то дорожные знаки. Сейчас найдем. Так, найдем, где... Так, найдем, где дорожные знаки. Так. А это тут? Наверняка, где едет транспорт. Ага. А где транспорт едет? Вот второй локомотив. Еще полбала снимаем. Четверка уже тебе. УФХЦЧ. О, утка. ФЕ. Ха, хомяк. СЕ, цыпленок. Ну, четверка тебе, Рэнди, четверочка. Так. Хорошая новость. Ну? Я нашел Масяню вместо шрама. Масяня прибыла следующая. О, ну давай, Масяня. Вот твои задания. 10 батареек, ПРСТ, Австралия 2 раза. Яралаш, калькулятор, 10 батареек. Первая батарейка Energizer, вторая варта, третья, четвертая Energizer'ы, пятая, тут шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. ПРСТ. Павлин. Какие еще павлины, мавлины? Редкий полосатый слон. Это звучит мрыс шрам в фоне. Австралия 2 раза. Первая Австралия, вторая Австралия. Яралаш вот. Мальчишки, девчонки, а также их родители, веселые истории, увидеть не хотите ли? Масяня, перестань петь во время урока. Ой, извините. Полбала снимаем. Калькулятор вот. 5 с минусом. За то, что ты пела заставку Яралаша. Так это же не, это оператор. Ты пела. Ты. Смурфик. Перестань дудеть. Спразднуем за то, что выгнали шрама. Парочка в цветах, вертолет и амфибия, красная машинка, мыльные пузыри, две бабочки. Парочка в цветах. Так, вот она. Это певцы Донс и Лили. А Дон будет представлять Латвию в этом году на Евровидении. Вертолет и амфибия. Вот. Полбала снимаем. Не нашел ты сразу амфибию. Красная машинка, вот она. Мыльопузыри, вот они. Две бабочки. Две бабочки. Вот они, две бабочки. Так, 5 с минусом. Так. Идем дальше, кто там? Я хочу проверить свой ум. Давай. Надо передохнуть, а то притащу Масяню сюда. Вот. Так, вот твои задания. 2 компьютера, беспилотный самолет и истребитель, мальчика-пилота и Маркуса, КЛМН Миньона. 2 компьютера. Первый компьютер, где мальчик играется.
и второй. Беспилотный самолет и истребитель. Привет, грузовозом беспилотный самолет. И... Стелс. Какой стелс? Заправщик, грузовозит спортивный самолет. Реактивный истребитель. Веселая речь. Что за диво в небе птица? Ни орел и ни синица. Без людей вершит полет. Беспилотный самолет. Словно кром его полет. Озаряет небосвод. Обгонять он звук любитель. Реактивный истребитель. Полбала снимаем. Мальчика-пилота и Маркуса. Вот, мальчик-пилот и я. Вы нашли меня? КЛМН. Вот. Шрам длится. Не хочу вспоминать 11-й выпуск, где в клетке бегал. Мишка. Носорог. Миньона вот. Я вылечу миньона. Опять с минусом. Идем дальше. Биг Берд пришел. О, ну ты наверняка умная птица, видишь? Все время читаешь, читаешь. Да, меня Элмо из улицы Сезам прислал. Наконец-то будет твердая пятерка, первая пятерка. Флешка и листики для памяти. ЗЖЕЙОИ. Свинка Пеппа. Машина спасателей Машу Доктора. Глобус два раза. Флешка и листики для памяти. Вот флешка. Так, где же? А, вот. И листики для памяти. Вот. ЗЖЕЙОИ. Разлетали жуки тут. Е, ежевика. О, так это же вкусняшка. И, игрушки. О, сколько много тут игрушек у Маркуса. Свинка Пеппа, вот. Машина спасателей Машу Доктора. Вот машина спасателей. Где? Вот. Где она? Вот. А, вот. Ну, да. И Машу Доктора. Вот. Я же сказал, я вылечу миньона. Глобус два раза. Первый глобус. И второй глобус. Ну вот, ну наконец-то. Умная птица, Биг Бёрд. Первая пятерка, твердая пятерка. Джун пришел. Ну, Джун, для девочек у нас особые задания. Два фонарика, пассажирский и грузовой самолет. Два пульта, две гофры, колокольчик. Два фонарика. Первый фонарик. Вообще-то, это светильник, светильник. Вот первый фонарь. Полбала снимаем. И второй фонарь. Пассажирский грузовой самолет. Привет, записки ТЗОП грузовой самолет. Пассажирский самолет. Везде, куда хочешь, доведет пассажирский самолет. К дальним нашим городам, к океанским берегам. Я воздушный великан, не орел, не пеликан. Сотни тонн в один полет. Грузовой я самолет. Два пульта. Первый. Акира, второй Самсунг. Две гофры. Оранжевая и зеленая. Колокольчик. Ура, ура, в кафе замороженном. Еще не готово. Еще мы закрыты. Мы откроемся, как только закончится урок в школе Маркус Лэнда.
А я так хотела. Еще полбала тебе снимаем. Четверка тебе за смутьянство. Энни прибыла. Так. Маяк и яхта. А, Б, В, Г, Д. Красная скала. Море и фонтаны. Пожарная машина два раза. Маяк и яхта. Вот они. Вместе. А, Б, В, Г, Д. Кто баран? А, девочка, выбирай выражение. В. Вертолет. В. Гриб. В. Дождь. Ой, не надо, значит, только не дождь. Красная скала, вот она. Море и фонтаны. Вот море. У меня сзади море. И фонтаны, вот, Петергофа. Да, были мы там. Своими глазами всю эту красоту видели. Пожарная машина два раза. Первая пожарная машина. И вторая пожарная машина. Мы готовы тушить пожар. Пока еще ничего не горит. Так, пятерка с минусом. Так, идем дальше. Мистер Пирожное пришел. С кафе сбежал, что ли? Ну, быстренько найду примятов и пойду обратно в кафе. Полный класс учеников, дозаправщик, невидимка Стелс, медведи и енота. Две игры Nintendo DS, две биомашины. Где тут написано «невидимка стелс»? Тут просто «стелс» написано. Не надо выдумывать того, чего нет в задании. Минус полбала. Полный класс учеников, вот. Все ученики. И там тоже ученики все. Дозаправщик и стелс. Привет! Продлить любой полет, да заправщик самолет. Время людям сэкономит, самолеты все накормит. Невидимка Стелс летит, всех врагов перехитрит. Как покинет он ангар, не найдет его радар. Медведи и енота. Так. Так, где этот медведь и... енот. Вот медведь и енот. Долго искал. Еще полбала снимаем. Четверка. Две игры Nintendo DS. Вот они оба. Celebrity и... Две биомашины. Вот первый монстр трек, вторая полиция. Вот. Четверка тебе, четверка. Кэрол Пингрей прибыла. Ну, смотрите, как нужно твердые пятерочки добывать. 30-48-150. Ой, 30-48-180. Два квадрата, линейка и ножницы, желтый круг. Ха-ха-ха. Минус полбала снимаем. 30-48-180. Вот. 30 кусочков пазла. 48 маркеров. И 180 на видеокассете SK. Э-ю-я. Эхо. Два квадрата. Первый квадрат салатовый. Второй квадрат оранжевый. Линейка и ножницы.
Вот линейка и ножницы. Желтый круг. Вот желтый круг. Ну все, 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 хватит. 5 минусов. Пока у нас только одна твердая пятерка. И последний. У Биг Берда. Сид Чанг. Какой Сид Чанг? Это девушка вообще-то. Ну, меня назвали части мультфильма «Мощный дом». Так. Щенок 2 раза. Ща-ща. Учительница 2 раза. Множество кругов в воде. XM Game Cafe. Щенок 2 раза. Первый щенок. И второй щенок. Вот он. Ща-ща. Ща-щенок. Что-что было? Ща-щенок. Щенок. Какой-то пчелок. Надо написать 3 раза. Не 2 раза. Ладно, идем дальше. Учительница 2 раза. Вот первая учительница и вторая учительница. Класс, сегодня займемся физикой. О, круто. Эксперименты. Множество кругов в воде. Вот они. XM Game и кафе. Вот XM Game. Девочка, вообще тебе надо было просто показать XM Game, а не играться. И кафе вот. Мистера Пирожного не видели? У нас сбежал. И вообще-то кафе предупреждает, у нас все отстынет, так что быстрее заканчивайте свою школу. Ну ладно, мы сначала лучшего и худшего выбираем. 5 минусом. Сидьян. Ну, Маркус, кто же был сегодня лучшим? Лучшие были Биг Берд. Наверное, Кэрол Пингрей. И Волк. Ну и Рэндалл Бокс. Ну, а кто же был худшим? А да, еще и Масяня лучшая тоже была. А, Масяню? Ну ладно, лучше. Давай дадим подарки. Да, сначала подарки. Давай. Так, Биг Берд, так как ты умел читать... Книжку, мне книжку. Вот книжечка с азбукой. Ой, спасибо, буду изучать русский язык. Вообще, улицы Сезам не говоря по-русски. А Кэролу Пингрею дадим игровую приставку. Круто. А Волку дадим особенный подарок. Волк, ты получаешь CD-диск Донти Лили, DVD с свинкой Пеппой и портрет с моего, портрет с Маркуса. Да, на стенку повесишь. О, круто, спасибо. Бесценный подарок. Рэндалл Боксу, дай ему пистолет дадим. О, этим пистолетом я буду пугать детей. Холодное оружие, не играйте с пистолетами. Так, ну... Ну и Масяню давай дадим CD-плеер. Короче, она тоже лучше. О, спасибо. Послушаем музыку с Хрюнделем. А теперь худшие. Ну и кто же был худший сегодня? Худшие были мистер Пирожное. Мне в кафе надо. Джун. Нет. Вот Энни пусть. Нет. Нет. Ну и этого Сида. Вот, это Сид Чанга тоже. Да за что? За что? За то, что включила игру. А Энни и Смурфик живы. Ну что, Смурфик, пошли в кафешку. Она уже
Заходите, Энни и Смурфик. Мы открыты. Ну ладно, такая у нас сегодня странная школа. Не за то, что Шрам был, да. Убил Муфасу вначале. Пришлось нам выгнать учителя Шрама за подлость, и больше он не возвратится. Бартезе, брат, в кафе иди, пожалуйста. Все, пошли кушать. А следующий учитель будет Масяня. О, я вас научу уму-разуму. Но она будет вместе с Хрумделем, так что вот. Да.